нас только что сейчас закончилась трапеза. Мы позавтракали, надули лодку. Погода что-то непонятное, вроде как портится. Даже небольшой дождик был. Ну ничего, мы палатки обработали специальным спреем водонепроницаемым. Если даже лупанет дождь, то не страшно. Сейчас мы пойдем на озеро кататься на лодке. Так, дети у нас все гребут на лодках. Уже далеко уплыли, прилично. Примерно за буёк вот этот. Дискотека подъехала! Дискотека! Аквадискотека! Это снабжает воду? Мельница. Вон там еще музей есть, оказывается. Музей небольшой кемпинга. Я слышу, я не помню. Точно. А там, видишь, растет вот еще, видите, да? Помидорки. Так и там тоже, вот в той стороне у нас, на нашем кемпинге, где вот это платно, там тоже у них разбит маленький такой огородик. Да, кстати, можно нарвать. А ты, кстати, в курсе, что конский щавель, он хрипит? Да, да, у нас, конечно. Потом вообще там три дня не проснулись. Это, мне кажется, это для персонала. Тоже другой кемпинг. Это уже дикий какой-то, да? Пойдем посмотрим. А вот тут написано, что машинами нельзя заезжать. Ну, инфраструктура есть. Ну вот здесь вот смотри, вообще супер. Мы будем там, сюда вот возле этих камней. В той стороне. А глубоко здесь? Ну это обычное озеро, точно такое же. Слушай, ну тут так колоритненько, да? Ну да. Класс. Ну тут вот надо в субботу-воскресенье как-нибудь тебе сюда попасть. Тут наступить негде. Везде машины, палатки, тележки от этих джетов. И самое прикольное, блин, то, что мы все удивились. Ни одного масляного пятна нету. А, от машин, да? Или от машин, этого? И от джета. Никто не разливает горючку в озеро. Ничего. Ну, видишь. Ну, почему-то они вот так вот, знаешь, они все эти ситуации как бы то ли предвидят, предотвращают вовремя. Но мне кажется, если тут пятно будет, тут же как бы природа, ну, да. Они флору, фауну пытаются сохранить, да, поэтому... Это. Они же тут фиксируют, какая машина куда заехала, мне кажется, нет. А вон эти лебеди. Класс. Помню, что вот тут такой величик камень, мы где-то в самом начале были, чтобы в туалет было близко ходить. Туалет!
Короче говоря, это кемпинг для джетов, да? Ну, прикольненько. Тоже кемпинг для джетов. Здесь стоянка. И сейчас мы проходили спуск к воде. Лестница там. А. Раньше... Ну здесь типа как ноги помыть. Ну да, здесь ноги помыть. Это, наверное, какая-то такая у них машинка специальная. Ну, не знаю. Ну, короче, вот они напилили вот этих квадратиков и полностью все выложили, ну, такими этими брусочками. Короче, не знаю. Ну, факт то, чтобы вот этот вот промежуток был очень красиво был. Ты знаешь, я помню, потому что мы когда проезжали, еще вот когда в первый раз сюда поехали, мы хотели сначала на вот этот бесплатный пляж там. Который первый шел, не пляж, а кемпинг. Вот, хотели туда, а потом проезжали здесь, да, здесь было в брусочках, сейчас заасфальтировали. Нет. Проехали, я хоть бы, ну, как не узнала это место, потому... Вы ж тут были, да? Ну, да, сюда мы тоже. Ну, правда, недолго, мы года три сюда все это приезжали. У нас такой рев был, когда мы ездили, сразу слышно было, все слышно, что мы выехали. В общем, они тоже... Да, точно, надо пойти. Здесь парковка, жарища невозможная. Господи, на Тояку какая красота. Такой вулканический музей. Вот нам нужно такую вот. Вот каркас делаешь. Угу. Ее, в принципе, она вообще места не занимает. У нас если вот эти вот палки все от нее разобрали. Это брезент же. Ну, обтянутая да, брезент. Так а в России делают это. Пленкой пищевой обтягивают каркас. И она типа с днищем, да? Ну да, просто это. Как они вот так вот заматывают, он вверх вырезает. Вот, здесь прям все написано. Вот как образовалось вот это озеро. Как взорвалась вот эта гора. Ого. Вот это красивое место должно быть. Прямо она, знаешь, так низко плавала. Где вот это находится? Посмотри, какая красота. Нам надо туда. Это, где скала? А вот же нарисовано. А где? Подожди. Ну, это вот Тояку. Ну. Это воду где не приносили. Угу. Надо туда как-нибудь это наведаться. Видишь, там этот таки. Музеев, кстати, до хрена и больше. Надо прям все тут объездить. Тут вообще такие красивые места. Это вот какая растительность растет. Деревья. Какая флора на озере Тояку. Даже сохранились какие виды деревьев, сколько лет. А, точно, а эти, как выглядят, да, вот. Тодомацу. А это Сахалин, это пихта, да, смотри, сахалинская. Хакихаба, это что это? Какое-то кленовое, что ли? Микан какой-то. Ну, он же желтеет, значит, что-то кленовое какое-то. Ой, тут какая живность, да, вот, лисички. А, это показано, типа, зима, кто зимой бегает, а вот некоторые из моих норков сидят, делают, смотрят, бурмачок спицы. Точно.
вот какие птички, какие змеи. Какие желуди, какие лися, даже вот какие гусеницы и какие насекомые обитают на озере. Даже какие червяки землю роют. Кто что кушает? Это вот кто чем какает? Ну да, это видишь, вот мышка покакала. А-а-а. Это вот этот бурундучок посрал. Это олень. Как серит олень. Ну да, это кто что съел. Так это тоже какахи. Ну да, это вот эта лисичка покакала. А это лисичка так какает? Да, все себе. Это птичка вот эта вот гадит. Перепелка. Нет, заяц какакает. Слушай, ну тема какаха в Японии очень развита. А это чем они кушают, да? Это, то есть это здесь что покушали, а там чем потом, покакали. Вот, слушай, ну все класс. Чем покакали, не вспомнили. Вот эта деревня была нарисована. Там даже, по-моему, в том зале можно фильм посмотреть. Пойдемте на второй этаж, да, в эту платную комнату. Здесь вот эта местность. А вон, смотри, как он рванул. А, точно, вот показано, как он рванул. Подожди, это то есть он неоднократно рванул? Ну да, видишь, это как сначала вот он дырку образовал, сначала был большой взрыв, потом, видишь, посерединке камни начали вылазить, потом сбоку трещинки. А, так еще камни, вот этот остров тоже тут дымило. Да, это тоже вулканическое синхронное. Он сначала, получается, просто снизу долбанул, потом здесь образовалось озеро, а потом он дымил с середины. Потом, потом сбоку прыщ вылез, да, ничего себе. А потом прорвало и все равно море. Это какие центры образовались и в каком году? Да, какие парки здесь есть? Фудзисан, похоже, да? Йоты. В 2012 году образовалось. Это где? Киришима Кинкован. Какая красота! Да, вот 2000-й год, Хейсей Джуни. А, это в 1995-м дорвано. Смотрите, вот пеплом дом засыпано. Вот, я и говорю, вот и поля, видишь, поля здесь все погибли. Это по сколько сантиметров пепла там было? Посмотри, дом и сколько засыпано пеплом. Ну да, пол первого этажа. А вот как все это... дома пеплом засыпано. Как они вылазили? А тут посмотри, дом как снегом засыпало. Тут вот столько выпадает. Как спонзи. Там прорывается, там камни, знаешь, только летит всякие разные. Тут столько домов-то, господи. Может, в 2000 году там кто-то и жил. Надо посмотреть население. Человек 5, наверное. Сначала не было ничего ровного, а потом, ну как прищик вылезли. Ну да. Слушай, ну я тебе хочу сказать, что столько снега не выпадает, сколько там пепла вывалило по первый этаж. Ой, это смотри, это вулканик фронт идет. Это с Аомори и по Хоккайдо. Да, у них в этом, как его, в Японии 110 действующих вулканов по телевизору говорили. Хоккайдо не очень сильно так и много, да? Самое безопасное это Ваканай, вот эта вот нижняя часть. Не, Ваканай это возле него рибун, как бомбанет, блин. Да?
Ну вот, видишь, вот Рибун, Рещири, Рибун, тут два острова. Вот на этом, на Рещири вулкан. Потом вот здесь у нас вулканы, вот здесь потом эти Нисеко, Нубарибецо, вот здесь вот эти. Ну это, слушай, прям такая сейсмическая зона. Ну конечно, поэтому я и... А вот здесь вот на Курилы там вообще одни вулканы, вулканы. У них каждый день трещат. Макет. Это как пострадала деревня. Сета. О, даже машина. Получается, вот этот дом показывает, угол дома, на котором стояла вот эта машина. Даже машина сохранилась, пепел. Вот они сюда приперли, короче, маленький грузовичок. Да, это прогнулись, которые мы по фильму видели. Ничего себе. Даже пыль осталась. Ого, стекла вылетели. Даже рельсы оставили, рельсы. Здесь проходила, по всей видимости, железная дорога, и рельсы как погнуло. Эвакуировали жителей. Вот. Жители эвакуировали, и все. Потом уже взорвалось. Пересаживаемся на паром.
идет паром. И поедем до тех островов, которые находятся посередине озера. Вот такой вот на озере причал. Можно покататься на катамаранах. Сегодня будний день, народу мало, вообще никого, можно сказать. Не то, что мало, вообще никого. Памятник для женщин, женский. Вот мы сейчас в National Park поедем, щекот стоя. Это ножной онсен на причале. Можно помочить ноги. Здесь даже можно купить полотенце. Вот, пожалуйста, 200 йен, чтобы вытереть ноги. Катамараны. Здесь мотоботу билеты покупать на моторные лодки. Паром ходит каждые 30 минут туда и обратно. С той стороны выходят, с этой стороны заходят. Вот такой паром. Это первый этаж. Ой, как тут прохладно. Прекрасно. Можно купить сувениры. Ой, как тут прохладненько, господи. Они уже клич дали. Вот тут, видимо, вот это вот самые матерые сидят. Видишь, что делается? А там челядь плавает. Слышишь? Тут чиновницы сидят. Там внизу челядь плавает. Да-да-да, перепало. В общем говоря, паром атаковали две или три самых главных чиновницы. Вот они сидят, чиновницы. А там вот третья подлетела. И вся вот всю вот эту челядь, которая вот здесь вокруг парома летает, они не подпускают. У них тут война за жрачку. Раньше, когда было очень много китайских туристов, они летали всем скопом. А сейчас у них выборочно. Они отгоняют. Вот, видишь, подгоняют. Видишь, что делается. Типа, нехрен здесь пастись, здесь наше место. Вот, видишь, самое главное прилетело, не дает. Не-не-не, ты ее тут... О, нифига себе, ну-ка еще раз кинь ей. Ого! Не, она отсюда не уйдет, это ее место. Сидит вот ниже уровня. И та тоже ниже. А та, о, та вообще, это, наверное, президент. Заходим.
на причал. Вот на такую мотоботу, моторную лодку, тоже можно купить билет, и с ветерком доплыть до причала можно по-быстренькому. Такая кафешка новая. Сначала на озеро, тогда мы в музей не успели бы. Но сегодня мы по зеленому косу, да. Или по красному. Ну, а сказала, что по красному пойдите, и потом... Какая тишина. Мы в национальном заповеднике Накадзима. Здесь есть 3 маршрута. Синий маршрут пролегает на практически на 8 километров, 7 с чем-то километров, по-моему, почти 8 километров, и занимает 3 часа. Красный маршрут по времени занимает 1:20. Какая тишина! Красный маршрут занимает по времени 1:20 и включает в себя около, по-моему, 4 километров. Уже не помню, само расписание маршрутов сейчас вот нам дедушка объяснял. Зеленый маршрут предназначен на 45 минут. Он самый короткий, но так как мы приехали очень поздно, конечно же, мы не успеем пройти синий маршрут и не успеем пройти красный маршрут. Вот. Уже слышен приход парома, потому что дедушка нам сказал, что... Дедушка нам сказал, что мы не успеем на паром, если мы пойдем длинными маршрутами. Поэтому мы сказали ему, пообещали, что мы пройдем только зеленый маршрут, который... А, или мы красным маршрутом пойдем. Сейчас посмотрим. Здесь на этом маршруте указаны таблички. Показаны, какой дорогой идти. Господи, какая красота. Просто красота и тишина. Тишина. Даже подписано, какие деревья. Ого. Класс. Лавочка даже есть. Девки, лавочка есть. Кто хочет посидеть? Прям целая роща. Класс. Так, походили, обтерли ноги.
удобно. Класс. Все дома смахнулись, считай. Ну тут уже совсем другой паром. Дно видно. Угу. Вода прям прозрачная. Какая голубая вода. Водичка прям прозрачненькая.